Раннее утро, когда на станции многолюдно, сотрудники администрации муниципалитета совместно с полицией и представителями пассажирской инспекции вышли в очередной рейд, чтобы еще раз напомнить, что находиться на железнодорожных путях опасно для жизни. Спешка, а еще безбилетный проезд нередко толкают пассажиров на обходные пути прямо по рельсам. И такая сомнительная экономия времени и денег на самом деле стоит очень дорого и приводит к неутешительной статистике. Один человек травмирован и смертельно. Одна смерть произошла на станции Калинина и два случая несмертельного травмирования несовершеннолетних. Это один случай на станции Калинина зацепило поездом и второй случай на перегоне между станция Болтниковская, станция Расторгуева. За время проведения рейда остановили 10 человек, и это всего лишь за 20 минут. В минусах ситуации и низкие штрафы для пассажиров, находящихся на ЖД-путях. 100 рублей никого не останавливают. Часто в числе нарушителей оказываются и несовершеннолетние. Несовершеннолетним прыгаете, ходите в установленном месте. Вы нарушили статью 11.1.5. И мы их пересекаем, если видим, то, естественно, мы доставляем в отделение по делам несовершеннолетних на станции Москва-Павелецкая. То есть вот данному гражданину, которого сегодня мы задержали, ему 17 лет. То есть на данного гражданина будет составлен протокол по статье 11.1, часть 5, и полностью материал передается в КДН по делам несовершеннолетних. И теперь родителям молодого человека придется приехать на станцию Москва-Павелецкая, чтобы забрать сына. Настроение испорчено на весь день, но главный урок усвоен. Поругали немного, сейчас привет, еще сильнее будет ругать. В дальнейшем в таком ситуации я больше это делать не буду. Это было первый и последний раз. Рейды, направленные на снижение травматизма на железной дороге, будут и дальше проходить на регулярной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.